Для одних пленка киноленты, а других воспоминания. Великая Отечественная война оставила глубокие раны в сердцах миллионов людей. Среди них и Ашота Матуни. В июле 1941 года в возрасте 18 лет он добровольцем ушел на фронт. Начинал пулеметчиком, до Берлина дошел командиром танковой роты и после победы служил родине еще 40 лет. Скончался герой Советского Союза генерал-лейтенант Ашота Матуни в октябре 2019-го, но память о его подвиге продолжает жить. В конце февраля в Симферополе заложили мемориал в честь Ашота Апетовича. И вот спустя две недели рабочие снимают опалубку. Следующий этап – облицовка. Туф и гранит для этого везут из Армении. Мемориал 10-метровый в длину, 2 метра в высоту, бронзовый бюст. Зона отдыха, скамейки. Ну, будет очень-очень красиво на самом деле. Все средства за счет общины, благотворителей, благотворительного фонда. Стройка реально монументальная будет и гордость будет для всего Крыма. Мемориал откроют 6 мая. По проекту здесь же появится аллея с коваными скамейками, вечно зелеными кустарниками и цветочными клумбами. Тысячи памятников, обелисков, братских могил всегда напоминают нам о войне. И дань прошлого и память о прошлом – это, конечно, наши дела сегодняшние. Строительство вот такого мемориала с аллеей – это очень хороший пример для подрастающего поколения. Это дань уважения, это патриотическое воспитание. Место для аллеи и мемориала выбрали неспроста. В августе 2019-го Симферопольской школе номер 30 присвоили имя героя. 9 мая на территории школы появится музей имени Ашота Апетовича Аматуни. В экспозиции награды, мундир героя Великой Отечественной войны, фотоснимки, подлинники документов – их все передала его семья. Что еще появится? Предстоит сделать еще очень много. Пока вы видите, это макеты стендов. Каждый стенд представляет собой этапы жизненного пути героя Советского Союза Ашота Апетовича Матуни. Он будет назван поэтическим образом и нести свою направленность. Кроме этого, планируется создать ленту памяти. К празднованию Дня Великой Победы все работы будут закончены. 9 мая крымчане смогут почтить память героя и возложить цветы к мемориалу. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.